Конкуренты для рынку сдачи жилья. У горках больше стали уводить арендных квартир. Как отмечают у райвыканкаме, кошт квадратного метра у коммерцийным жилье сделали больше танным за лик повторного применения проекту и компактного будовництва. Горки – личи самый молодежный город Могилевщины. И зрозумела, что многие студенты сельхозакадемии и молодые семьи сдымают жилье. Соправдную конкуренцию к этому рынку створили у новом микрорайоне, який вырос у горках за опошние 4 года. В домах есть квартиры, которые являются арендным жильем. Вот в этом микрорайоне около 150 квартир, которые являются арендами. Когда мы строим, сдаем дом, в доме обязательно мы предусматриваем жилые помещения, которые будем сдавать в аренду. Это помогает и ускорить строительство дома, если он долевой, этот дом. И на это жилье, особенно на 1-2-комнатные квартиры, большой спрос. До речи, черга на 1 арендную квартиру у горках бывает до 5 человек. Что до кошту такого жилья, у новом микрорайоне его сделали больше танным за лик повторного применения проектов и компактного будовництва. Татьяна Сергійчик, Віталь Алексеенко, новини региона.